Пропали родители малыша. С таким призывом в интернете молодую пару искали неравнодушные ставропольцы несколько дней. Странички в социальных сетях просто заполонили фотографии пропавших. К поиску подключились органы следствия, и сегодня история получила разгадку. Как сообщили в Следственном комитете, 25-летнего парня правоохранители нашли в психиатрической больнице Ставрополя и заключили под стражу. Следователи считают, в воскресенье днем молодой человек приревновал девушку. Выяснять отношения он не стал, а воткнул канцелярский нож ей в шею, а затем задушил шарфом. Возбуждено уголовное дело. Направляется ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу уже проведены осмотр места происшествия, с которого изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела. Назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и получение необходимых доказательств. Одна из подруг убитой, пожелавшей остаться неизвестной, рассказала нашим корреспондентам о буквально безумной любви парня. Его страница в популярной соцсети тому доказательство. Здесь только фотографии девушки и любовные картинки. Мало друзей, никакой личной информации. Похоронят девушку завтра, ее годовалый ребенок пока остается у родителей убитой.